Сегодня 12 апреля. 12 апреля у православных вербное воскресенье, а у католиков уже Пасха. Давно не снимал восходы. Но в этом ролике будет видно, насколько земля повернулась, потому что восход солнца, вот он где-то там будет. А зимой восходит здесь, за девятиэтажкой. Тут 5 этажей, а за ней девятиэтажка. За ней справа восход зимой. А вот тут как повернулось. Сделаю паузу, потом подойду. Где-то 6 утра сейчас. А 12 апреля. У католиков Пасха. У православных вербная неделя. Ну, пол седьмого сейчас. За полчаса уже небо поменялось. Ну, мне самое главное снять восход солнца, откуда он за горизонтом покажется.